Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. И у нас с тобой 23-й день, за который мы получаем 1000 тусклого янтаря. Забрали. Так, тысячонка, да, значит? А это говорит о том, что мы можем с тобой сразу поставить на переработку тот самый тусклый янтарь, а забрать, естественно, блестящий. Давай. 4 часа будет делаться, отлично. Так, начнем, как всегда, ребят, по традиции, с открытия бесплатного пака, который называется загадочный. Ну, ты будешь открывать мне его сегодня или нет? Так, монетки Одина, это понятно, 9 штук. И смотрим. Древоруб, отлично. Крылатый ужас, шипорез. И пошли в основном ресурсы, ребята. Замечательно, тогда давай посмотрим еще один пак. Так, 6, точнее 9 монет Одина. И тут в основном тоже, ребята, одни ресурсы у нас выпали. Ну что ж поделаешь. Ресурсы так ресурсы. Так, вы хотите? Вы точно? Да, я хочу точно отказаться. Так, окей, что у нас тут? Типа арена пустует. Ее можно улучшить, но у нас не хватает с тобой почти миллиона древесины. Ладно, мы, наверное, с тобой пока спешить не будем. Давай-ка осмотримся, что у нас тут. Так, ребята, улучшение идет. 16 часов 40 минут. Обалдеть. Так, здесь у меня новая способность. Угу. Детеныш сардельки. Я думаю, пока не буду его прокачивать. Так, это тоже у меня получило улучшение. 1000 стрел. 13 уровень. Так, мы можем с тобой открыть 3 пака. Начнем с обычных. Костолом, чудовище, крылатый ужас, Громгильда. Окей, что здесь? Душитель, чудовище и все? Ну а в этом? Шепот смерти, лаварык, громель, громобой защитник, вострозуб, громель защитник, роза ветров. Крика-крив. И погибель Хаферсона. Вот так вот, друзья мои. Так, ну что, мы с тобой, конечно же, сегодня пойдем на арену. Будем набивать пак вождя. А что вот тут у нас такое? Плевак, а ты не видел отца? Мне нужно с ним поговорить. Он улетел на твои поиски. Он решил, что я решил, что Астрид решила, что ты отправился на встречу с Драго. Это какая-то бессмыслица. Я ничего не понял. Ну да ладно. А нужно найти отца и рассказать ему о маме. Он не знает, что она жива. Так, поищите кревета на рифе кораблекрушений. И поищите штормореза на острове Ночи. Ну, давай поищем его, наверное, здесь в первую очередь. Да, кревет мне нужен, ребята. Как же давно хочу его получить, а? Если бы только знали. Ладно, надеюсь, Беззубик меня не подведет. Так, он отправился, да, уже на поиски. А здесь что у нас? Эй, а где все? Надеюсь, им весело. Так, завершите приключение. Угу, награду, ребята, мы с вами получаем. Это какой-то пак. Секунду. А что это у нас тут происходит? Ну, предположим. Приручение. Ага, успех гарантирован. Но за это нужно заплатить 150 рун. Нет, ребята, я на это не готов. Так, а вы у меня все сейчас полетите. Все полетите по своим, так сказать, делам. Вроде бы все, да? Всех отправил, от всех избавился. Все. Здесь мы, соответственно, с тобой забираем ресурсы. И сразу же их отправляем. Моментально, пускай идут, собирают ресурсы. Прохлаждаться нечего. Кто не работает, тот не ест. У нас так заведено. Ну что, мы с тобой давай дальше смотреть. Что нам нужно и что мы не сделали. Так, во-первых, я хочу открыть набор. Ты спросишь, откуда этот набор? А я тебе скажу, ребята, это с нового испытания, которое я еще не допрошел. А вот смогу ли я допройти, сегодня мы это узнаем. Так, слушай, нам еще 700 тысяч, и я смогу кое-что поставить на улучшение. Кажется, так мало и в то же время так много. Я поставил на улучшение лохань. Здесь нам с тобой не хватает, знаешь, чего?
Улучшить академию до 8 уровня. И улучшить 5 драконов до 52 уровня. И появится какая-то водокачка. Городская площадь. А, ну это, видимо, все дает именно для викингов, да? Для их количества. Понял. Слушай, а для того, чтобы улучшить академию, что нужно? О, яйцо, подожди-ка. Что, я не понял. Так, это я могу открыть. Это костолом, по идее, да, у нас тут? Так, точно, мы его с тобой отпускаем. Подожди, он какой? Он редкий. А, секундочку. Блин, да как закрыть-то это? Я могу это закрыть в конце концов или нет? Я хочу просто посмотреть. Да, у меня костолом именно такой. Все, я его, ребята, отпускаю. 300 тысяч рыбы я зарабатываю. Ты хочешь сказать, что он не редкий? Конечно же редкий, вот он, ребята. Только уже повзрослевший и имеет 33 уровень. Зачем нам, как говорится, первого уровня? Ладно, что нам с тобой дальше нужно? Сейчас, секунду, секунду. Так, а тут надо построить 9 лямов, да вы совсем что ли одурели? Вот этот мост 9 миллионов стоит. Я офигею просто. А вот это, ребята, яйцо прихвостня. Да-да, я его нашел. Поэтому будем теперь ждать, когда оно выведется. Так, здесь мы с тобой заберем награду. Так, получить 1,8 миллиона рыбы. Так, использовать ускорение, победить в схватках и принять в оборонке. А что наше... Угу. Еще 4 часа будет путешествовать она. Ну что же, у меня не остается выбора, как пойти в события, ребят. Тут, короче, стремительный против свирепых. Я играю синими, враг красными. И я тебе скажу, что меня тут по полной программе нахлобучивают. И вот я думаю, что может быть все-таки поменять. Поменять мне драконов. Красные. Кто против красных более-менее может выстоять? Фиолетовые, да? Давай-ка мы с тобой возьмем фиолетовых. Так, разрядик. Ой-ой-ой-ой-ой, улучшить, не улучшить, а надо его снарядить. И снаряжу я его вместо змеевика. Так, есть у меня еще тут фиол. А ты что, хочешь улучшиться, что ли? Ага. Размечтался. Вот еще есть фиолетовый у меня, да? Шторморез. А, есть разряд. Ой, разряд. Водорез, конечно же. Так, улучшить можем его? Нет. Может его взять? Мне кажется, слабоват он будет. Может быть, нам взять с тобой... М? Как думаешь? Рискнем? Давай попробуем вот таким вот отрядом. Так, подожди-ка. Нет, не могу. Подожди-ка, я взял его, да? Взял, все. Ой, ребята, тяжело, конечно, будет сейчас на самом деле, но синими я не могу выиграть. Не получается, попробуем сейчас так. Ой-ой-ой. Ну ладно, поехали. Надо было, наверное, все-таки оставить безумника, фиксим. На, получи. Слушай, ну мы броню снижаем. Этот подхалим тут лезет. Слушай, сейчас, наверное, мы добьем. Минус один. Так, уже хорошо, ребята. Сейчас что-то будет. Сейчас... Ага, вот он как делает. Мы должны его забомбить быстрее. На! Твою ж налево. Тут кто у нас? Кревет. О-хо-хо-хо-хо. А тут уже... Тут уже как бы и не до шуточек-то, если честно. Ну что, вжарим? Давай вжарим. Нам уже терять нечего с тобой. Ага. Хорошо так влупили. Так, ну что, даже если они сейчас по удару сделают, наверное. Я думал, что будут барсика мучить. Все-таки начали мучить, да, его? А, ты посмотри, он промахнулся, ребята. Он промахнулся на последнем ударе. Он бы мог завалить, но ничегошеньки у него не вышло. Тогда мы, ребята, его разбираем. Так, а этот добьет все-таки, добьет он. Вот даже как он сделал. Влупляем. Я думаю, что он энергию не успеет насобирать. Все, тебе кранты, парень. Раз. И два. Все.
Я же тебе говорил, не обязательно брать синих. Я же тебе говорил, можно справиться и фиолетовыми. И мы с тобой забираем. А, во-первых, крутим колесо, причем два раза, не забывай об этом. Ну, тут понятно, 300 тысяч рыбы нам выпадает. Блин, я бы хотел бы получить пак на элитных... Давай! А, нет. Блин, там было бы классно, прикинь, на элитных... пак элитных драконов выбить. Вообще было бы шикарно. Ну что, забираем с тобой 400 якнога. И переходим сюда. Естественно, ребята, здесь будет жутко, жутко до боли. Потому что тут типа мини-боссики у нас с тобой будут. Ой-ой-ой-ой, и это все красное. И это все, друзья мои, красное. Так, ну что, будем, наверное... Надо начинать, по идее, из глыбы. Но этот тоже пройдоха сильный. Больно. Они очень больно делают. Ха-ха-ха-ха. Нуб. На. Так, ну что, с одним почти закончили с тобой. Сейчас он ходит. Потом ходим мы. Мы добиваем, соответственно, вот этого, да? Ну-ка, отлично. Так, у него остается глыба и костолом. Вот что делает глыба. Костолом, наверное, добьет. Ах, вот ты как. Ой-ой-ой. Слушай, а тут? Тут я себя чувствую как-то не очень комфортно, если честно. Ты посмотри, как этот у нас бомбит. Вот, мы, кстати, можем с тобой обменяться. А? Как тебе такой расклад? А он будет... Ну ладно, давай сделаем так. Костолом, не трогай, не трогай. Молодец. Так, ну что, минусуем. И теперь сделаем вот так. Плюс понижение брони. И добивка. Найс, это просто белиссимо, ребята. Так, ну это еще не все, да? У нас еще с тобой есть враги. Тут две волны. Что я могу тут тебе сказать? Да, блин. Тут плохо все дело, на самом деле, ребят. Тут у нас дагуры. Два дагура и плюс глыба. Так, этого хотя бы добить сможем? Ай-яй-яй-яй-яй. И это печалька, ребята. Скорее всего, потеряем. Да ладно. Слушай, это нам повезло, ребят. Повезло, но ненадолго. Сейчас, наверное, уничтожат. Смотри, что мы с тобой сделаем. Я хочу, ребят, вот так вот сделать. Я надеюсь, вы меня поймете. Зачем я именно так поступил? Зачем я потратил? Вот так надо было. Все. Здесь будет победа за нами. Да, мы потеряем с тобой нашего барсика. Но мы не потеряем с тобой тройной удар. Хотя, подожди, что делает дагур со своей супер... Ай, молния, молния, молния. Но мы живем, мы живы. И мы добиваем. Найс. Ну что же, мы здесь с тобой справились. Ну а мы с тобой крутим колесо. И... 750 тысяч древесины. Так, второе колесо. Опять 750 тысяч древесины. Ну что же, 3 миллиона уже насобирали. И как ты видишь, у нас с тобой последний поединок. Ну что ж, давай попробуем. Не уверен, конечно, что получится. Но деваться нам уже с тобой некуда. Сколько волн? 3 или 2? 2. Окей. Так, что, ребята, поехали. С кого начать-то тут лучше, а? Ну, давай вот так вот. К примеру, да? Ага. Мне кажется, они будут сейчас тройной... Нет, я думал, тройной удар будет страдать. Смотри, что я хочу сделать сейчас. Так. И замочить своим суперударом. Замечательно. Так, если будет такая возможность, ребята. Ладно, бомбанем сюда. Добивочный. Так, сейчас что-то будет. А, ничего не будет, ребята, он заблокирован. Делаем с тобой еще разок. Так, подожди. Я ведь... Да. Блин, не добью, к сожалению. Но, по крайней мере, повешу на них
Сайленс. Отлично. Этот сейчас просто бомбанет. Мы делаем вот так. И вот так. Последняя волна, друзья мои. Последняя волна. И ты прекрасно видишь, кто на этой волне у нас находится. 11 уровня. Вот так вот. То есть уже довольно серьезные ребятушки. Так, ну что, мы с тобой также будем действовать, как и до этого. О, а чё такой минимальный урон получает у нас самый главный? Вот этот вот. Слушай, мы можем... Давай так, наверное, сделаем. Отлично. Сейчас будет ходить вот этот. Смотри, что... Сейчас добьют. Ребят, да... Нам повезло. Нам сейчас с тобой крупно повезло. Если я сделаю так... Трачу, друзья мои, трачу последний удар. Блин. Почему он так мало получает урона? Объясни мне, пожалуйста. Да я его не пробью. Он уничтожит всех моих. Тем более у него суперудар, да? Скоро будет. Да, у него будет очень скоро суперудар. Ну это, конечно, ребят, что-то с чем-то. Смотри, сейчас у него опа, и он делает свой удар. Да. По-моему, все, ребят, по-моему, мы допрыгались. Что это нам дает? Исцеление и хитрость. На 30% повышает хитрость. Он сейчас одним укусом мне так вжарит. Смотри, под усиленной атакой. О, все, ребят. По-моему, тут даже уже обсуждать нечего. Сфейлились. Причем я потратил все бонусы, которые только мог. Как вот, интересно, мне с ним бороться, а? Скажи-ка мне на милость. В общем, друзья мои, ни для кого не будет секретом, да, что здесь я победить не смогу. Самая моя главная вот задача — это прокачать моих драконов. Я уже столько раз об этом твердил, что нужно прокачать драконов, и никак не могу этого сделать. А почему? Да потому что, ребята, академку нужно прокачивать. Кстати, можно вот сейчас ее... Давай, давай прокачивать. Все, дракончики мои, соответственно, будут дальше прокачиваться. Уровень. Так, давай-ка мы заберем с тобой тут древесинку. Ну что, у нас остается только один вариант. Это отправляться прямиком на арену. Слава богу, на арене я еще хоть что-то могу делать. Так, команда у меня остается за... Вот такая, как есть. Вот смотри, что вот нужно вот им улучшить. Героический, 24 уровень. Разве он у меня не имеет 24 уровень? Это же барс, так ведь? Барс и вепрь. Конечно, не имеет, они 12 уровень. Понятно, ребят, вот в чем моя ошибка. Надо прокачивать там левел им. Хорошо, я намотал на ус. В следующий раз я буду их не отправлять в путешествие, а в следующий раз я их буду отправлять на тренировку. На усиленную, понимаешь? Всех. Все легендарные мои драконы должны быть прокачанными. Потому что, ну ты посмотри, уже 11 уровень, я тут как ребенок на их фоне смотрюсь. Ну что, поехали. Такое начало неплохое. Ага. Змеевичок выпендрился, да, злобный? На тебе. Ну, он слабый сам по себе. Вот я вот сколько наблюдаю, ребята, он... Вообще не алло. Ну, барс, ну почему ты промахнулся, а? Так, что ты там будешь делать? Сейчас будет суперудар, скорее всего. Да, 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 так и есть, ребят. Ох, как ударил-то сильно. Эй, может быть, успокоитесь, а, ребятули? Моего, видите ли, сардырку хотят бомбануть. И, скорее всего, добьют его, да ведь? Да чтоб тебе, ну. И ты туда же, а, и ты туда же. Ну, сейчас за это ты, да, ребят, за это он и поплатился, за свои промашки. Ну что, остается у нас злобный змеевик. Естественно, я его, ребят, отпускать не собираюсь. Я буду бомбашить, что есть силы. Сейчас что-то нам прилетит. Кому-то достанется удар хвостом. Понял. Но он все равно живым отсюда не уйдет. Все, ребята, наказали по всей строгости. Так, интересно, какой нам пак здесь с тобой достанется? Обычный. А я не удивлен. Давай-ка мы этот пак с тобой сразу поставим на открытие. И пойдем на очередной бой. Ох ты, три фиолетовых. Это, кстати, неплохо. Три фиола.
Я думаю, мы с ними разберемся сейчас. Вот он что делает, да? Так, а мы? А мы начнем с водореза. Так, водорезик. Опачки, понизил мне защиту, охламон. Так, слушай, мы можем с тобой... Да, давай ударим. Я думал, вначале усилится с ветрокрыла. Да ё-моё, сейчас барсика ушатают. Ушатают, как пить дать. Ай, господи. Что ж вы делаете-то, а, ироды? Но мы тоже не промахи, и поэтому всех в сон. А буду я бомбить душителя. Да-да, именно его. А потом уже за... Что ты делаешь, а? Так, ну-ка, добить сможешь? Чуть-чуть не хватило, да? Это все терпимо. Ну что, я смотрю, пресеголовый очнулся. Плюс у него полностью энергия. Друзья мои, скорее всего, он что-то будет делать из массовой, скорее всего, атаки. Сейчас проверим, профи или нет. Нет, он решил себе хильнуть. Это, кстати, большая-большая ошибка для него. Ой, парень. Хе-хе. Донаты получи, мне не жалко. Ну и добивочные, я так понимаю. Все. Ну что же, очередная победа за нами. Ну, как ты понял, да? У нас выпал, опять же, обычный пак. Этому удивляться не стоит. А вот то, что против нас поставили, уже будет похуже. Будет похуже, потому что здесь два красных. Ой, ё-моё, еще и 12 уровня. Еще и шипорез, да? Молодцы. Лучше, блин, не придумаешь. Да. Мы замучимся их разбирать. Вот что я тебе скажу. Зато нас разберут с полтычка по ходу дела. Я офигею. Ну ты еще тут. Смотри, что творит. Ты смотри, что творит, а. Вот это да. Вот это он вжарил. Сейчас добьют сардельку по ходу дела. Печалька. Все вот это хламон, ребята, виноват. Да-да, именно он. Так, одного минусанули. О, давно пора. А ну-ка. Слушай, очень даже неплохо. Твою ж налево, у него сейчас... А, нет, он не успеет. Блин, так этот успеет. Ё-моё, а что он сделает? Да мы все прекрасно знаем, что он сделает. Он разбежится и кого-то звезданет. А вот кого? Ветрокрыло. А добить? Постараться надо добить, ребята. Обязательно. Слушай, в любом случае он ничего здесь не сделает. Ну, да, добил он мне ветрокрыло. Но он сам-то не выживет. Вот и все. Я очень рад, что у нас дракончики хоть и слабенькие, но в обиду все-таки себя не дают. И опять обычный пак у нас выпал. У нас еще одно место есть, да? Для пака, получается. Ну, как-то вот не смотрятся обычные паки. Кстати, еще одну победу нужно для того, чтобы открыть пак вождя. Так что, ребята, сосредоточимся и, как говорится, попробуем все-таки навалять нашему врагу. Так, здесь я смотрю, костолом, сарделька и красный кривоклыв, да? Или как его там величать, этого дракона? Так, куда ты будешь? Ну, понятно, куда ты свои челюсти распетрушил. На моего барсика. Все, началось, короче, начали, блин, один за другим бомбить моего барсика. Барсика в ответку. Да, по-моему, сейчас уничтожит. Ага, секунду. Так, что он тут хочет? Кого он будет? Блин. Поехали. Спать, спать им всем надо. Замечательно. Так, слушай, кого бы мне тут... Я даже не знаю. Давай так вот попробуем. Ай, барсик, пока. Мы будем по тебе скучать. Само собой. Так, а здесь я ничего не буду делать. Ребята, будем просто с вами атаковать. А через отражение, я правда не знаю кого. Скорее всего, они будут мне сардельку бомбить. Оу. Стоп. Они что-то переключились. Почему-то на ветрокрыло.
чего бы это вдруг? Так, что ты там намечаешься сделать? Ага, вот такие у тебя планы, да, парень? Вот такие у тебя дурацкие планы. Ты знаешь, чем это плохо? Да, ребята, это плохо тем, что он, по-моему, уничтожит мне сардельку. Как бы я тут не брыкался, он сейчас с разбега ей звезданет. А ветрокрыл один, наверное, не справится. Один, наверное, не справится. Сейчас посмотрим. А, он хильнулся. Слушай, тогда, может быть, еще все будет окей. Смотри, что я хочу сделать. Так, теперь что хочешь сделай. Твою же налево. Он переключился. Давай еще вот так вот сделаем. Ну, что на этот раз? Кого, кого ты будешь бомбить сейчас? Ай, красавец. Ай, красавец. Блин, ну. Давай. Раз, два, все. А что может быть лучше, чем победа? Да ничего. Ну что ж, давай открывать пак вождя. И что нам тут? Кревет, пристиголов, шторморез, вострозуб, кнут и прут. Вау. Ветрокрыл чемпион. Ребята, еще три карточки, если мы получим, мы сможем его прокачать. Ну и как ты видишь, у нас выпал обычный пак. Он идет как призовой, только для драконьих наездников. Ну что, а мы с тобой отправляемся на очередные бои, потому что нужно отыграть второй пак. И слушай, тут дали два синих плюс зелень. Я думаю, проблем никаких не будет. Так, шторморец, ты куда лезешь? Вот гаденыш. Ну давай с этого начнем. Слушай, он как-то довольно быстро разбирается, этот шипорез. Ведь это шипорез, это же не королева ветров. Тихо, тихо, вот это вот. Вот это вот ты зря понизил мне. Началось, да? Сразу же непременно начинает ребята атаковать. Самого слабенького и беззащитного дракончика моего, а? Посмотри. Сейчас убьют его. Я могу, конечно, отправить их в сон. Только... Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, что же это творится-то здесь? Ну, последний удар хотя бы он все-таки сделает, барсик, да? Погибнет? Погиб ни за что. Но мы с тобой должны будем разобрать вот этих вот драконов, оставшихся. В принципе, никаких проблем с этим не должно у нас вообще возникнуть. Эй, иди ты в пень. Давай-давай, баньки. Проснулся там уже, глазки свои выпучил. Спать. Жалко, у нас с тобой, конечно, атака пониженная. Но я могу, в принципе, баф сделать. Я, наверное, этим займусь. Сейчас ударим. Сделаем усиление. И начнем его разбирать потихоньку, да? Все, допрыгался, слюнтяй. На тебе. Получи. Ты это заслужил. Слушай, а ведь это не сарделька. Это... Это кто у нас? Ну это явно не сарделька, да ведь? Это скорее всего громель. Это уже не важно. Главное, что мы опять победили. Так, трех драконов завалили. Остается еще 7. Для нас это пара пустяков. Тем более, когда дают вот таких вот драконов. Один, кстати, из них новый. По-моему, мы с ним не встречались. А если встречались... А, встречались мы с ним. Так, начнем с него, потому что, по-моему, он все-таки, да, разбрасывает фаерболы. Точно, это он. Так, куда ты сейчас метишь? Куда ты метишь? Вот так вот. Раз, два. Ну, этому уже, в принципе, ребят, крышка. Сейчас они вдвоем тут сходят. Трындец, по-моему, потеряли мы ветрокрыло. Перепуга, ты-то ходишь, блин, а? Так, минус. Что-то мне... Ой-ой-ой, кому-то сейчас прилетит. Офигеть. Блин, все, ребята, ушатали мне, короче, барсика. Остается один...
Они оборзели уже, совсем в корень. Смотри, что вытворяют, а? Будем защищаться с тобой, как можем. Так, обожаю их, сам на себя здесь повесил. Вот, вот, вот так вот и продолжай. В том же духе. А я подожду. Так, что-то там замутил. Вот, молодец. Так, ты тоже что-нибудь там. О, красиво, красиво сейчас будет. До свидания, парень. Слушай, а этот же сейчас фаерболы будет пулять, да? Оу, он решил похиляться. И второй раз ходит. Хрена ли ты второй раз-то ходишь, блин? Я офигею, ребята. Сходил? Ну и что, что у тебя ускорение? У меня тоже было ускорение, но почему-то я не ходил по два раза, как ты. Все. Отомстили мы ему за наглость его. Нам нужно еще с тобой четырех драконов победить. Давай, поехали. Так, там, по-моему, красный, да, скалотряс будет. Красный скалотряс. Блин, ну опять командочка, а? Досталась нам. Так, начнем со скалотряса. Потом попробуем, если успеем, сделать снотворное, массовое, да? Кого сейчас будет кусать? Ну, конечно же, ну, понятно, все, взялись, короче, нашли. Так, а этот все равно на своем настаивает. Так, мне бы... Я, на самом деле, не это хотел сделать, если честно, не это я хотел. А может быть, с другой стороны, оно и к лучшему? Нифига, оно не к лучшему, потеряли мы с тобой, по-моему. Не пойму я порой логики в этой игре. У них был такой шанс добить сардельку, и они почему-то его упустили. А упустили ли? Вот что интересует меня. Вряд ли, ребят. Они сейчас уничтожат. Смотри. Раз, этот. Ой, или вот этого мы потеряем. Ай. Бо-бо. Да. Слушай, мы с тобой... Я не знаю, как сделать, слушай. Наверное, вот так, наверное, ребят. Добили. Опа, уклонение, шикарно. Шикарно, блин, вот этого надо все равно, ребят, валить. А он сейчас уничтожит, да? Угу. Так, дальше мы с тобой... Да, по-моему, пока ничего не надо делать. Просто атакуем. Сейчас должны... Блин, я думал, что они переключатся на сардельку. Вот это ты правильно сделал, парень. Вот это сейчас ты сделал очень правильно. А это все равно будет барсика бомбить, да ведь? Надо же. Фу. Это очень даже неплохо. Так, ну если мы сейчас будем с тобой промахиваться... Да иди ты, знаешь куда? Зря я вот это... Я вот сейчас это сделал зря. Так, получил? Получил, я тебе говорю. Будешь знать, как маленьких дракончиков обижать. Все, ребята, ему кранты. Есть. Как говорится, есть контакт. Ну что же, остается последний поединок. Даже я бы сказал, не последний поединок, а последнего дракона нам нужно с тобой подбить. И не очень хорошую катку дали мне. Два красных. Это глыбы. Блин, ладно. Сейчас посмотрим. Я даже не знаю, давай начнем, наверное, с глыбы. Глыба, он такой жирный, а ты фиг его пробьешь. А этот сейчас что? Ну, кусает. Кусака. Сейчас будут все бомбить, да? Так и есть. Еще ты сюда подсоединись. Вот пройдохи, а. Это еще мажет вечно. Мазила. Ну, хил не спасет, ведь так не спасет, ребята, здесь. Хотя, стой секунду. Если мы вот так сделаем. Давайте, милости просим. И они сразу же переключаются. Ты посмотри. Кроме этого дурика. Глыба, бомби. Ай, молодца ты, глыбочка. Ты просто красава. Давай-ка вот этого, который нам мешается здесь. Попробуем его все-таки уничтожить. Так, давай-давай-давай. Вот,
Молодец. И ты тоже сюда, пожалуйста. Красава. Так, добивка. Отлично, ребята. В сон. А нужно ли? Нет, я думаю, вот так вот мы с тобой лучше сделаем. Мы потеряли с тобой сардельку сейчас, в данный момент. Нет, еще пока не потеряли. Но это пока, ребят. Да, наверное, и вообще не потеряем. Мы его обманули. Он может сделать что-нибудь такое супер-пупер мощное, но нет. Он сам себя убил. Ну, вот он и пак вождя. Шторморез, Громорог, Кривоклык. Кстати, мы можем его прокачать, по ходу дела. Или нет, или мне показалось. Ну-ка, давай посмотрим. Кривоклык, вот он, да? Улучшить. Вау. Слушайте, так у нас получается 10 уровня еще один героический дракон. Красный. Слушай, он же у нас был. И это вот мы так долго ждали, чтобы у нас был 10 уровень. Помните, как мы с ним неплохо бомжили, хотел сказать. Бомбили. У него же вот эта штука, которая... Все союзники воспринимаются как противники. То есть они бьют сами себя. И это круто. И это просто великолепно. Так, подожди, еще шторморез, по-моему, у нас готов прокачаться. Да? Тоже, ребят, получает 10 уровень. Найс. Просто великолепно. Кстати, он неплох. Ты посмотри, у него отнимает здоровье у всех драконов команды соперника и исцеляет всех драконов своей команды. Вот это круто. Это типа вампирика. Ну и плюс отнимает здоровье дракона команды соперника. Так, снижает защиту. То есть он все время отнимает здоровье у противника, да? И делает дебаф. Круто. Надо будет его прокачать. 24 уровень он должен получить на Олухе. В принципе, я думаю, ничего сложного в этом нету. Да? Ну что, заберем с тобой наградки, пожалуй. Здесь. И здесь. Все. Так, у нас с тобой сколько там рыбы? Почти 2 ляма. А что мы можем с тобой? Здесь не хватает нам, к сожалению. Ты что, уже все, что ли, вернулся? Так, быстро. Давай, иди дальше. Ищи рыской. Ищи рыской. Так, секундочку. Слушай, а вот это же нам не обязательно, да? Или обязательно? Обязательно, ребят. Там викингов нам дает. Ты не забывай, что когда мы с тобой любого дракона прокачаем до 51 уровня, у нас в команде появится еще и мама Икинга. То есть, соответственно, будет еще одно приключение. Так, ну что, я, видимо, ничего не могу здесь улучшить. Денег у меня абсолютно не хватает. Если только здесь что-нибудь купить по обмену. О, 8. Конечно, ребят, это вообще на халяву, считай. И 55 рун. Ладно, давай. Так, давай посмотрим, сколько нам еще нужно с тобой всякого при всякого, чтобы открыть вечнокрыло. 2 мяса. Слушай, да не так уж... Вот где вот эти колокольчики только брать? Объясни ко мне. Где эти, блин, колокольчики брать? Надо будет как-то, я не знаю, посмотреть. Может быть, вы, ребята, знаете, где колокольчики у нас эти добываются. Обязательно будем добывать тогда. В магазине они что-то не очень выпадают хорошо. Я в первый раз вообще видел. Так, вот эту территорию почему я не могу зачистить, а, ребят? Я не пойму. Во. Остальное нифига не получается. Так, слушай, а тут у нас к затемненной зелени. Ну вот так вот, да? Ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда с вами на сегодня закончим. Эту серию обязательно продолжим. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.